Нормально покачались, да? Вообще нормально покачались. Шикарно. Мне пацаны говорят, пошли покачаемся. А чё нет, пошли покачаемся, чё, время есть. Нормально покачались. Вообще нормально покачались. Пацаны говорят, пошли качаться. Я говорю, пацаны, ну, нормально вообще. Слушай, почеши мне голову, а? Я не дотягиваюсь. Слушай, а ты как такие брови накачал, а? Ну я это, типа, отжимался много. Так отжимался даже на трицепс. Ну, в основном, конечно, на трицепс. Но немного ты и на брови попадаешь, оно залазит туда энергично. Понятно. Слышал, да? Скоро будет юбилей нашему Дюсш. Дюсш? Это который рядом с туалетом? Нет. Дюсш это... Детская юношеская спортивная школа. Опа-на. А что это было от слова? Стало шесть. Я же не КМС, я не могу все-то знать. Короче, директор сказал, что мы должны к юбилею типа спектакль сделать. Говорит, выбирай. Либо делайте бременских музыкантов, либо накрылась медным тазом ваша качалка. Невелик выбор-то, да? Короче, будем делать бременских музыкантов. Прикинь, да вообще. Самбистам вообще сказали крыльцо делать. Слушай, а вот эти бременские музыканты. А, это про кого? Ну, про музыкантов в основном. А откуда они? Ну, не местные факты. А, ну, нет, не местные, нет, не местные все. Там вообще тема такая, они приходят к королю и делают 8 подходов по 12 раз. Короче, ты осел. Че я не понял вот сейчас вот здесь? Сень, ты че, обиделся, что ли? Че? Да я не в предъяве, ты просто объясни. Кто это? Ну, осел это такая лошадь, только маленькая, как осел. Слушай, там еще роли были какие-нибудь, нет? Там еще петухи, баба. Так это я еще нормально со слом-то попал, да? Вообще удачно как-то. Удачи на манёвочке, спасибо, конечно. Не, ну там были еще пес и кот. Но я сразу директору сказал. Я говорю, наши пацаны никаких песикотов играть не будут. Ладно бы собаку сыграть там или кошака какого, да? А то... А песикотов пускай всякие лохи играют. Шахматисты пусть песикотят нам. Вообще, шахматы вообще, тупой вид спорта. Чё тут качать, я не понимаю вообще в этом вообще. Кто это? О, придумал, слушай. А давай на спектакле вместо принцессы два осла будет, а? Наплевать на эту принцессу, до сотни лешка реально в два раза быстрее поедет. Ну а чё, нормально чё? Всё, начинай. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Осел берет тележку. Давай быстрее, животное, мы в город опаздываем.